Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Сегодня хочу вас познакомить с интересной функцией, которая доступна в паре часов Samsung Galaxy и смартфона Galaxy. Именно только с этими смартфонами доступна данная фишечка. Фишка, значит, в следующем. Это сценарий, который доступен на нашем смартфоне. Вот, смотрите, что значит за сценарий. У меня вот есть несколько сценариев. Прибытие на место, дальше работа уехал и подключение по Bluetooth. Здесь, в частности, часов. Первые, значит, две функции. Когда я уезжаю из дома, у меня автоматически отключается Wi-Fi. Это связано только со смартфоном и его местоположением. Приезжаю на работу, у меня включается Wi-Fi. Ну и также уезжаю с работы, у меня отключается Wi-Fi. И приезжаю домой, у меня включается Wi-Fi. Все, вот это первая фишечка, да, вот работа уехал, там прибытие работа и т.д. и т.п. Прибытие в место, это дом. А также у меня, видите, есть одна написана 6 отключено и 6 подключено. Это связано со следующим. Короче, когда у меня часы на мне, связанные со смартфоном, уведомления все приходят только на часы, вибрации, и я все там, звоночки, смс-очки, ну и все остальное. Когда, допустим, я часы оставил дома и уехал без них, при разрыве связи с часами у меня включается звук на смартфоне. Это очень удобно. В каком смысле? Допустим, из-за того, что у меня уведомление только на часы, я, допустим, часы поставил на зарядку, смартфон взял и ушел, и если я звук не включил, то у меня не будет звука вообще, я пропущу все на свете. А так как у меня смартфончик переключится автоматически на звук при разрыве связи с часами, то звук включится. Когда я приду домой и часы опять подключатся у меня к моему смартфону, то звук опять отключится на смартфоне и будет только уведомление на часах. Как это делается? Вот плюсик нажимаем. Во-первых, сценарий режима, это в настройках у нас все зашли, настройки. И вот режимы и сценарии. Ну, у меня новая версия, возможно, у вас как-то по-другому там может. Ну, вот режимы и сценарии. Вот, пожалуйста, режимы, а вот сценарии. Далее, нажимаю плюсик, здесь я добавить сценарий. Какой? Здесь сценариев вообще много. Вы можете поэкспериментировать и что-то для себя найти действительно хорошее. В данном случае я показываю по настройке с часами. Bluetooth-устройство. Дальше, Bluetooth подключено. Выбираю устройство. Ну, допустим, давайте... Ну вот так же актив мы выбрали, допустим, вот оно подключено. Дальше добавить условия, оно подключено. Теперь мы с вами идем и смотрим, если оно подключено, ищем режим звука, без звука, готово. Все, это первый сценарий, мы его с вами сделали. Потом добавить и громкость мультимедиа. Далее нажимаем плюсик, здесь выбираем условия. Какие у нас условия? Ищем. Здесь вообще много всяких настроечек. Поэкспериментируйте, вы будете удивлены, сколько можно всяких штук интересных внести. Допустим, в моем случае Bluetooth-устройство подключено. Выбираем Bluetooth-устройство. Это Galaxy Watch 6. Да? Готово. Тогда выбираем теперь действие. Здесь мы с вами ищем. Нам нужно звуки и вибрация. Режим уровень громкости. И ставим без звука, нажимаем готово, все, и сохранить. Это будет наш первый сценарий на то, когда наши часы подключены. Все, в данном случае я удаляю. И теперь второй сценарий, опять добавить условия. Bluetooth устройство подключено, нажимаем отключено. И выбираем устройство. Когда оно отключено, готово. Теперь тогда добавить звуки и вибрация, режим громкости и наоборот включено. Все, вот таким вот макаром готово, и у вас будет готовый сценарий. Отличнейшая вообще вещь, мне очень нравится. Также у меня где-то есть видосик о том, надо его, правда, обновить. Допустим, когда у вас часы на руке, все уведомления идут именно сюда, а на смартфон не идут. Но когда вы часы сняли, но соединение также есть, вы, получается, часы сняли, но из-за того, что вы их сняли, у вас звук включается на смартфоне.
потому что вы же не поймете где. Кстати, я его обновлю, там немножко приложение изменилось, ну и, соответственно, инструкцию надо сделать по-другому. Ну, вот такая вот простецкая инструкция. Вам напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Там в описании ссылочки на телеграм-канал и много интересного всего. Пока!